Пусой. Подскажите, как помочь людям, которые нервные и не могут контролировать свои эмоции после вакцины? Это не обязательно может быть после вакцины. Это осень. Что такое осень? Это депресняк. Для того, чтобы осенью не было депрессии, человеку необходимо на протяжении дня кушать небольшое, увеличить количество приема жирной пищи. Это прямо вот 100% работает. Не любите, не можете, есть много таких людей. Пейте натощак, нет, не натощак, а во время там, всего дня по одной столовой ложке оливкового масла. Или съедайте на ночь одну столовую ложку сливочного масла. Увеличьте количество жиров, они успокаивают. Не можете жиры, омега-3 принимаете, или там рыбий жир, или еще что-то. По поводу того, что вы сказали, после вакцины человек стал нервный, я хочу вам сказать, если это произошло, это говорит о падении иммунитета и о связи нейрогуморальной. То есть это говорит о том, что есть какие-либо изменения, связанные с иммунитетом. Есть же медицинские препараты, улучшающие состояние иммунитета. Допустим, женьшень, допустим, радиола розовая. Ну вот что-то такое можно попить, там гинкго билоба. Эхинацея пурпурная. То есть можете купить вот такую настойку и попоить человека, пусть он успокоится.